Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Не трог, чтобы дать отпор. И бюст. Неудивительно, что тебя вылепил шовинист. Хорошо, хорошо. Ты пересек Атлантический океан только ради меня? Это мило. Селина, ты должна уйти. Сейчас же. О, Брэд, я так не думаю. Что ты делаешь? Вернись, ты не должна. Что ты думаешь об этом? Мне нравится эта картина. По правде, мне здесь все нравится. Подожди, только не говори, что... О, нет, я бы не посмела. Во всяком случае, не эту картину. Селина, остановись. Нам нужно поговорить. Поймай меня, если сможешь, мышка. Во всяком случае, ты бы не посмел. Хей! О, мой летающий кролик, ты действительно не знаешь французов. Им бы это не понравилось. Ты слишком сильно любишь искусство. Это твоя слабость. Это будет очень легко. Ты что, спятила? Уэйн Энтерпрайзес оплатил реставрацию этого шедевра. Этот человек важен, то... Этот, который осмелился украсть. Что? Это подделка. Куда ты дел оригинал? Ты бы знал, если почаще приходил в мою спальню. Ей это не понравится. Ей? Кто это такая она? Есть еще одна? Я говорю о новом кураторе, Кэт. Я умоляю, ты должна меня выслушать. Умолять? Ты наконец-то нашла нужные слова, мой темный рыцарь. Она охраняет музей. Она не должна тебя видеть здесь. Давай, пойдем. Сейчас же. А что, если бы я хотела, чтобы она меня нашла? Что? Ты была бы успешна. О, нет. Я наблюдала за тобой с мониторов с тех пор, как ты зашла сюда. Это не детский сад и не тренировочный зал. Это храм, посвященный истории и искусству. Мы не вмешиваемся в искусство. Мы не вмешиваемся в историю. О, дорогая, я буду вмешиваться лишь с твоим миленьким личиком. Ди, Вандервумен, здесь что-то не так. Кэтвумен знала, что мы здесь будем. Она пришла сюда не для того, чтобы что-то украсть. Извини, Бэт. Я позабочусь о... А что? Вот и все, хватит. Я сейчас буду... Что ты делаешь с моим лассо правды? Я говорил, что у нее что-то на уме, Вандервумен. Да, до самой смерти. Так, было ли это так сложно, мой темный рыцарь? Весь этот шум только ради этого? Ты, должно быть, шутишь. Извини. Кстати, ты знаешь город, где можно было бы найти отличное место? Крильон, Турдальжант, Купол, Фуку. Дело не в цене меню, Бэтмен. На этот раз... Будь немного романтичнее. Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Доктор Немезис. И это уже второй выпуск «Бэтмен Мир». Выпуск, который был написан во Франции, французами... Что понятно по пейзажам, обстановке, тону, а также романтической теме. Ну так что, ну блин, кто еще мог написать подобную историю?
И это не расизм, это не какая-то придирка к национальности, это просто то, что у французов хорошо получаются подобные истории. Никаких обид, все. Ну а на этом я хочу лишь сказать спасибо Ване, который, ну, сделал данный ролик весьма неплохо. И, ну, пожелать Мире побыстрее со всем разобраться, так как она не успела, ну, заняться данным роликом. Так что, ну, опять слышали наши голоса, но тут ничего страшного. Ну, а тут же я понимаю, что ролик, скорее всего, выйдет где-то под Валентинов день. И прошу, ну, мягко говоря, всех поздравить друг друга с этим праздником. И поздравляю же сам вас с этим. Так как желаю всем парочкам в этом году, ну, точнее, в этот день, быть более-менее счастливыми. И не быть одинокими. Ну, а на этом у нас все. Спасибо, что досмотрели до конца. С вами был Дарк и мой друг Ваня. До новых встреч и мирного неба вам над головой.